Шикарно, шикарно. Но ты стала выглядеть немножко лучше, чем... Чем до макияж. Чем 5 минут назад. 5 минут назад. Привет, друзья! Всем привет! У нас сегодня необычное видео, потому что мы открыли свой салон красоты! Ура! На натуральных продуктах будут красить у нас людей. И первую мы будем красить кого? Маму! Нашу маму! Мы все... Мама, тебе достанется самая главная задача испытать... Что да как? Что значит натуральными продуктами? Итак, мы будем красить маму сегодня. У нас есть нутелла. Шоколадом нутелла. Кетчупом. Кетчуп. Конфетти. Доктор Оэткер. Арахисовое масло. Мама, ты точно готова это испытать на себе? Красота страшная сила, я уже понимаю. Так, также у нас из инструментов кисточка, ватные палочки и какая-то... Папа не знает, что это. Какая-то не фигня. Важно. Я вообще не знаю, что это такое. Я вообще не понимаю, что я здесь делаю. Я, конечно, не специалист, но, насколько я знаю, сначала нужно наносить тональник, да? Придать нужно коже какой-то определенный цвет. Придадим мы цвет вот этим арахисовым маслом. Сейчас мы его откроем, чтобы вы не думали, что там что-то намешано уже заранее. Это реально арахисовое масло. Вот так оно будет допечатано. Так, я понимаю, что вот это вот вам я даю. Вам нужно сейчас маме накрасить лицо вот так полностью вот этим маслом. Полностью? Да, полностью. Все лицо? Да, все лицо. Чтобы было красиво. Миляна и Тимур, приступайте. Берите масло. А, Тимурка, вот тебе я дал губку. Макайте, да? Макайте и мажьте маму. Прям сильно макай, да? Как ощущения, мама? Ты чувствуешь себя? Ты чувствуешь себя жареным орешком? Но запах приятный, во всяком случае. В таком виде я чувствую тебя еще не видел. Это будет экшен. Итак, продолжаем наносить тональник. Зря мы, наверное, маленькое зеркальце для мамы не приготовили. Мне прям уже интересно, что на мне происходит. Это будет сюрприз нашего салона. Надеюсь, он отмоется вообще. Пойдешь завтра, мама, вот так на работу? Что ж, друзья, ну что ж, первый этап мы закончили. Мама у нас уже очень шикарного какого-то зелено-желтого цвета. Очень все равномерно и красиво. Следующий наш этап будет какой? Нутелла. Нутелла? А что мы будем делать нутеллой? Будем красить брови. Брови. Мама, есть брови? Посмотри, есть у мамы брови или нет, Миланочка? Посмотри. Да. Есть брови? Да. Да? Ну вот эти брови сейчас надо будет накрасить нам нутеллой. Это реснички. Брови вот здесь. Сверху брови. Вот эти волосики, да. Для этого я вам открою нутеллу. Да. Держите нутеллу. Сейчас я вам дам две палочки. Каждому по одной. Держи, тебе одна. И тебе одна. Сейчас берете этими палочками нутеллу и рисуете маме брови. Давай. Ну, а где брови у мамы? Ну? Смотри, где ты можешь видишь? Две волосики. Может, на твой день рождения так накрасимся? Только без вот этого. Ну, получается у вас? Тимурка, давай еще чуть-чуть накрась. Шоколад! Шоколад, да. Вкусная мама у нас сегодня с орешками. Шоколад. О, Миляна мажет. У тебя одна бровь, как у Брежнева,
А вторая более изящная. Я делаю. Друзья, напишите в комментариях, кто лучший мастер у нас по макияжу, Тимур или Милана. Так, ребят, ну что, закончили с бровями? Я закончила. Давайте покажем маму поближе. Маму, поулыбайся нам в камеру, мы тебя покажем. Что-то мне тут отвеститель делается. Шоколадный сайт, что ли? Ну, потекло там немножко куда-то. Шоколадные мамины брови. Так, ну что, ребятки, ну к чему мы приступаем дальше? Какие мнения? Что вы думаете? Кетчуп? Что надо маме еще накрасить? Кетчуп? Кетчуп? И что мы кетчупом будем маме красить? Губы. Губы кетчупом, правильно. Сейчас мы возьмем кетчуп, вот он кетчуп. Кетчупа много нам не надо для губ, поэтому она не полная. Просто мама уже красила им губы, да, поэтому он не полный. Да, мама каждое утро красит, он уже заканчивается у нее. Сейчас мы кетчупа вот сюда добавим, вот он кетчуп. Я вам дам сейчас новые палочки. Сделайте маме шикарные губы. Держи одну палочку, ты. Одну ты. Ну, это... Держите кетчуп. Мама, отопычь губы. Я не могу. Сделай помелу, сделай. Мама, не улыбайся. Ты сидишь в салоне. Терпи. Похоже, я на маму мира. По-моему, тебе уже рисуют усы. Губы перешли плавно в усы. Я, наверное, убегаю из дома. Я уже замужем. Когда дома, то без губы. Ну как, уже красиво? Ну, так, ребятки. Ну что, мы на этом будем заканчивать, что ли? Мама уже у нас красавица? Еще нет. Еще нет? Еще нет. Еще нет. Это, а что это будет? Как вы думаете, куда мы это будем сыпать? Или что делать? Или клеить? Есть какие-то идеи? Куда? Смотрите, где у мамы глазки? Где у мамы глазки? Вот здесь, смотрите. Вот мама показывает вот здесь. И нужно нам по кругу. Все по кругу. Да, только вам нужно не, наверное, я не знаю, как-то все это дело аккуратно брать. Может быть, так вот и накладывать маме на глазки туда. По-моему, Тимур неправильно понял. А Милана куда клеит? На лоб? Я делаю веклоун. Мама, закрой глаза, я не могу поставить. У меня ощущение, что у меня губы щиплет и увеличиваются. Милана, красиво? Чего ты смеешься? Ты у вас косметика на глазах уходит куда-то? То в один ротик, то в другой. По кругу как клоун. Ну что, ребятки, вы скажете, когда будет готово? Да. Ну что, каждый по-своему. Милана заклеивает брови маме, лоб. Мне кажется, она много модных мультиков смотрит с девочками, да? Тимур рисует какой-то синяк маме из конфетти. Да, шикарно, шикарно. Но ты стала выглядеть немножко лучше, чем... Чем до макияжа! Чем 5 минут назад. Конфетти тебя немножко украшают все-таки. В этом плане. Ты становишься похожа на какой-то пирожок, кексик сладкий. Только с кетчупом. Ну что, ребятки, по-моему, уже все готово, да? Да. Мама у нас красавица? Мама,
Ты как думаешь, ты красавица? Маффин красавица. Красивый маффин, да. Я чувствую себя красивым маффином. Ты красивый. Кто даст маме бусю? Никто. Почему нет? Я печу. Мила, наверное, лучше бы бровку поцеловала бы, да? Там больше шоколада, да? Так, ну что ж, мама, на этом мы заканчиваем. Надеемся, что вам понравился прием в нашем салоне. Вам это доставило массу удовольствия. Ходите теперь так. Заходите к нам еще. Наши мастера будут только совершенствоваться в этом во всем. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь. Пишите в комментарии, какие еще сумасшедшие идеи мы можем сделать с мамой. С мамой. И не только с мамой. Может, и с папой. С папой будет классно. Окей, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока!